Экипажу готовиться к отплытию. Вахтенным занять места согласно корабельному расписанию. Алло. Не волнуйся. Да, буду скучать. Тут, конечно, ветрено, но не простужусь. Все, пока. Заступаю на вахту. Смотри, борщ на нижней полке, котлеты на верхней, не перепутай. Обязательно покорми черепаху. По вечерам одевайся потеплее. И все, целую, не могу, заступаю на вахту. Все, проверим. Проверь вот это. Мой дальний порт, туманы стерегут. Ты здесь, я там. Приходят пароходы и уходят. Они в морях призвание находят. Лишь только я торчу на берегу. Я жду один знакомый силуэт. Мой час еще не пробил, дорогие. Уходят в море разные другие. Лишь только для меня отхода нет. Когда придет мой пароход, который голубой весь не иначе, а на борту написано «удача», а на корме написано «ребята, полный ход». Отставить разговорчики! На вахту заступить! Вахтенная Татьяна Висбор на вахту заступила. Вахтенный Дмитрий Степанов, Степанович Богданов на вахту заступил. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Уже совсем скоро наше научно-исследовательское судно снимется с якоря, и мы с вами отправимся в увлекательнейшее путешествие. Точнее, в экспедицию. Посвящена она изучению влияния, не пугайтесь, авторской песни на атомную отрасль. И к этому вопросу мы намерены подойти всесторонне. О да, мы изучим это влияние с точки зрения семантической доминанты, акустической субдоминанты, фонетической дискриминанты, созданной отдельными индивидуумами. А также с точки зрения амплитуды и спектра звуковых волн, произведенных сольно или ансамблем. Отдельным предметом нашего изучения станет воздействие авторской песни на неокрепшие молодые юные организмы. И организмов, посвятивших годы и годы развитию атомной отрасли. Правда, наша экспедиция продлится недолго, всего лишь пару дней, но очень хочется верить, что она будет яркой, запоминающейся и очень талантливой. Ты знаешь, я в этом даже не сомневаюсь, ведь в составе экспедиции участники второго отраслевого фестиваля авторской песни и поэзии городов Росатома «Уран-235». Для того, чтобы попасть на борт нашего корабля, в первом отборочном туре фестиваля приняли участие представители 20 городов присутствия Росатома. И мы с радостью и гордостью перечислим их все. Делегации городов мы попросим вставать. Страна должна знать своих героев в лицо, согласитесь. Итак, приветствуем город Балаково, самый большой и очень красивый атомный город. Где балаковцы? Балаково, встаньте! Десногорск, Дмитровград. О, активные дмитроградцы. Железногорск. О, какая воля к победе должна быть у наших участников из города с таким названием. Город Заречный Пензенской области. Где Заречный? Пенза. А у нас есть еще один город Заречный. Свердловской области. Зеленогорск. Зеленогорск, вставайте. От Зеленогорска к нам приехало всего 2 участника. Но лучше меньше, да лучше. Курчатов. Я знаю, там рядом проходит один очень большой фестиваль авторской песни. Он курчатовцы. Лесной. О, привет, Лесной.
Ново Воронеж! Отлично! Ново-Уральск! Молодцы! В этом городе 13 клубов авторской песни. Самая молодая участница и самый пожилой участник, взрослый, тоже из Нижнеуральска. Озерск! Полярные зори! Ура! Саров! Я знаю одну участницу из Сарова. В майке жюри. Северск! Наша самая многочисленная делегация. Снежинск! Именно этот город подарил нам своего певца баяна. Представьте себе, один автор из Снежинска играет не на гитаре, а на гуслях. Как Лена Фролова из «Песен века», а замечательный автор. Город Трехгорный. Привет. Удомля. И, конечно, порт постоянной приписки нашего фестиваля – Сосновый Бор. Молодцы. В составе нашей экспедиции более 100 человек, прошедших во второй тур. Представители 20 городов. Так что итоги будут впечатляющими, я лично в этом не сомневаюсь. Я тоже. Всем вам, дорогие друзья, мы говорим... Добро пожаловать на борт! Конечно, вы вправе спросить нас, а кто отвечает за то, чтобы наше музыкальное плавание было благополучным? Кто уверенной рукой поведет наше судно сквозь все музыкальные рифы и мели? Спросите, а мы вам ответим. Это самые настоящие морские волки, опытные и бывалые члены нашего экипажа. В пароходе маленьком моем матросы, удальцы и кавалеры, а то, что веселы одни не в меру, так это дело мы. На сцену поднимается наш дружный экипаж. Старший механик Валентин Вихарев. Шкипер Наталья Дудкина. Боцман Михаил Калинкин. Сигнальщик Алексей Витаков. Лоцман Александр Мирзаян. Радист Валерий Чечет. Гидроакустик Веста Солянина. Мотористы Вадим Мещук и Валерий Мещук. Судовой врач Наталья Кучер. Штурман Вадим Егоров. И старший помощник капитана Наталья Приезжева. Экипаж построен, и я думаю, самое время попросить подняться на палубу нашего капитана. Встречайте, капитан корабля, начальник нашей экспедиции, по совместительству председатель жюри фестиваля «Уран-235» Александр Городницкий! Ребята, да? И с таким экипажем мы можем смело отправляться в дальний путь. Куда другие и не заплывают, их компасы на правильный бывают. В широтах мной придуманных морей они на карты не нанесены, и в лодцах морей тех самых нету. Но несмотря, товарищи, на это, их многие бывали спасены. Когда придет мой пароход, пусть не спеша, который голубой весь иначе, а на борту написано «Удача», а на корме сигнал «Не обижайте малыша». Когда придет наш пароход, пусть не спеша, который голубой весь иначе,
А на борту написано «Удача», а на корме написано «Ребята, полный ход». Фестиваль «Уран-235» действительно еще маленький, ему всего-навсего 2 года, но на борту нашего судна его никто не обидит, это уж точно. Экипаж торжественно обещает вам, что все члены нашей экспедиции будут чувствовать себя комфортно, а ее итоги будут беспристрастными и объективными. Клянемся? Клянемся! Совсем немного времени осталось до мгновения, которого все мы очень ждем. Наш корабль поднимет паруса, и второй отраслевой фестиваль авторской песни и поэзии «Уран-235» будет объявлен открытым. Но прежде давайте скажем спасибо тем, благодаря кому наше плавание по волнам музыкально-поэтических морей и океанов стало возможным. Это люди, вложившие в подготовку фестиваля не только свое время и силы, но и частичку собственной души. Наша искренняя благодарность каждому директору атомного предприятия, который отправил сюда своих участников. А место постоянной приписки нашего судна — «Сосновый бор». И тех людей, которые принимают у себя фестиваль «Уран-235», мы хотели бы пригласить подняться к нам на борт. Старший диспетчер нашего порта, директор Ленинградской атомной станции Владимир Перегуда. Глава портового надзора, он же глава администрации Ломоносовского района, Алексей Кондрашов. Главный инспектор по контролю за судами, председатель оргкомитета фестиваля, начальник управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом» Александр Харичев. Благодаря ему и его команде фестиваль существует. Итак, все участники экспедиции на борту, экипаж и почетные гости на палубе, капитан на мостике, наш фестивальный корабль готов поднять паруса и отправиться в плавание. А теперь самое главное. Нужно получить разрешение на выход из гавани. И дать нам это разрешение может один единственный человек. Этот человек – начальник нашего порта, вдохновитель и руководитель нашего фестиваля, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергей Кириенко. Просим вас подняться к нам на палубу. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я очень рад, что наш фестиваль «Уран-235» становится традиционным. Очень рад, что все большее количество людей приезжает принять участие, поэтому отдельные слова приветствия хочу сказать всем участникам фестиваля из 20 городов атомной отрасли. Спасибо большое организаторам, спасибо Ленинградской области и сосновоборцам за традиционное уже гостеприимство. И отдельные слова благодарности я хочу сказать членам нашего жюри, потому что талантливые и творческие люди идут только за такими же талантливыми и творческими людьми. И вот люди, которые являются участниками нашего жюри, это люди, которые всю свою жизнь посвятили авторской песне, которая не приносит им много денег, создает им массу хлопот, но дает, наверное, главное удовлетворение, потому что это удовлетворение от того, когда ты говоришь какие-то очень искренние, глубоко важные для тебя слова, которые слышат и разделяют другие. И в этом великое счастье. Спасибо им большое, спасибо всем участникам фестиваля. Спасибо. А теперь напутственное слово всем участникам экспедиции от нашего капитана Александра Моисеевича Городницкого. Дорогие друзья, мне довелось 40 лет плавать в настоящем океане, с одной стороны. С другой стороны, мне довелось быть, в связи с тем, что уже старенький, председателем жюри многих фестивалей, многих десятилетий. Вот этот фестиваль, он за ним будущее. Во-первых, он самый молодой, он еще ребенок, да? Во-вторых, потому что люди, которые пишут эти песни, которые их поют, которые сидят вот здесь, и те, которые не смогли приехать, это святые люди. Это люди, которые
не за страх, а за совесть для своей страны. Добывали уран, искали его. Она, не могу не похвастаться. Моя первая специальность в поиске урана. Я молотил 4 года в Средней Азии все время в поисках вот этого замечательного урана. И как уже ученый понял, что есть одна правильная вещь. Уран залегает там, где его находят. Это все, что мы о нем знаем до сих пор. Я хочу сказать, что не случайно, ведь долго в прошлом году обсуждали, где делать главный фестивальный праздник. Конечно, на берегу Финского залива, откуда когда-то отправился в дальнее плавание русский флот. И следом за ним и мы с вами поплывем на волнах песни. Я уверен в том, что и жюри, которое состоит из самых матерых, самых замечательных авторов и исполнителей, и мы с вами сможем этому кораблю дать полный ход в будущее столетие. Поэтому я, как капитан, хочу отдать приказ поднять парус. Ура! Можем отплывать! Начальника порта и капитана мы попросили уже поднять парус, что, собственно говоря, и было прекрасно сделано. Но это надо сделать под музыку. Хорошо. Негаданно, нечаянно пришла пора дороги далее. Давай, дружок, отчаливай, канат отвязывай причаленный. Гудит фардо, не видно звезд, угрюмые небеса. И все, друзья, не поминайте, лихо подымаю паруса. Романтика, наверное, в этом виновата. Антарктика, Атлантика, зовут, зовут ребят куда-то. Гудит пардос, не видно звезд, угрюмые небеса. И все, друзья, не поминайте, лихом подымаю паруса. И все, друзья, не поминайте, лихом подымаю паруса. Послушай, друг, а может быть, не надо в море торопиться. На берегу спокойней жить, чего на месте не сидится. Смотри, какой гудит прибой, угрюмый небеса. И все, друзья, не поминайте, лихом подымаю паруса. И все, друзья, не поминайте, лихом подымаю паруса. Второй отраслевой фестиваль авторской песни «Уран-235» объявляем открытым! Паруса подняты, фестиваль открыт. Пожелайте нам попутного ветра. Ну, по старой доброй традиции, давайте проводим наше судно в плавание хоровым совместным все вместе пением. Поем все вместе, друзья. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы, солнце, вихри, песни и дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и
за запахом тайги. И вместе с нами. Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами, за запахом тайги. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках, атланты держат небо на каменных руках, держать его могилу не мед со стороны, напряжены их спины, колени сведены, их тяжкая работа, вождейкиных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля. И встанет гриб львовый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, уперши лбы в беду. Не боги, человеки, привыкшие к труду. И жить еще в надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. И жить еще в надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках. А вот теперь самыми юными участниками нашего плавания. На далекой Амазонке не бывал я никогда. Никогда туда не ходят иностранные суда. Только Дон и Магдалина, быстроходные суда. Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят плавать к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию. Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостных ягуаров, броненосных черепах. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такой изобилий не видно для зверей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят плавать к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию. Но я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Но в солнечной Бразилии, в Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Увижу ли Бразилию, 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 увижу ли Бразилию до старости моей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят плавать к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию. И я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, по морю туда.
сейчас на нашу палубу мы приглашаем нашего генерал-губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Прошу вас. Добрый вечер, уважаемые сосновоборцы, жители Ленинградской области, дорогие гости. Второй год в Ленинградской области проходит фестиваль, на который приезжают люди, которым не безразлична авторская песня, люди, которые хранят традиции, традиции тех далеких лет, когда песни, звучавшие вот так на полянах, в лесах, где-то далеко от столиц, от центров, вызывали огромный душевный подъем, потому что большинство этих песен было о том, о чем нельзя было говорить вслух. И люди, которые приезжали на такие фестивали, уже совершали смелые поступки только своим приездом. Мы как раз, когда ехали сюда, я показывал эпизод из кинофильма про Алексеева, как раз где показан эпизод фестиваля, где поется песня «Мама, я дезертир», как раз в то время, когда советские войска вошли в Афганистан. Я хочу сказать, что «Росатом» не перестает меня удивлять. И то, что они возродили этот фестиваль, и то, что точкой фестиваля выбрали Ленинградскую область, это огромный почет и уважение к Ленинградской области. За это огромное спасибо отдельное. Я надеюсь, что наша гостеприимная область не подведет организаторов. Фестиваль станет традиционным. На многих песнях, которые сейчас только что звучало, мы здесь все сидящие выросли. А те, кто сегодня совсем еще маленькие, наверное, на этих песнях будут расти, эти песни вечные, в добрый путь. Вот действительно очень приятно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, друзья. Наших почетных гостей мы просим сойти на берег. Мы выходим из порта. И у членов нашего экипажа начинается морская вахта. Экипаж, по местам стоять! Курс на Зюйд-Вест. Разойдись! Вот наш корабль и вышел в фестивальное море. Надеюсь, оно будет не слишком бурным, хотя ветер крепчает. Но у нас будут, безусловно, сюрпризы. Ой, сюрпризы — это так здорово, я очень люблю сюрпризы. А что ты скажешь, если наше плавание прямо начнется с сюрприза? Я только за. Замечательно. Прямо сейчас фестивальный сюрприз. Мы сами не знаем, что будет. Здравствуйте, здравствуйте. Пока мы ищем нашего солиста, потому что это действительно, мы не думали, что это будет прямо вот так сюрприз. А где у нас Джордж? Джордж, where are you? Сегодня... Я прошу прощения. На следующий год с оргкомитетом запланировано то, что фестиваль должен стать международным. Ну что значит международным? Спасибо. Вот правда, вот как пока не выступили, ваши аплодисменты самим себе. Лучшая публика сама себе аплодирует, поэтому давайте похлопайте сами себе. Если на следующий... Спасибо. Если фестиваль будет международным, я прошу на всякий случай найти нашего американца. А ну что вы где ходите, товарищ? То мы подумали, что сюрпризом может быть некая инсценировка 2016 года. Как бы это выглядело, если бы на конкурсе вдруг лауреатом стал американский коллега с нашей российской атомной станции, которая построена в Америке. Хватит уже им на своих там электричество вырабатывать. Почти народная песня.
Поприветствуйте нашего солиста, он правда из Сиэтла приехал. Мы все думали, какую песню написать, и решили, сначала хотели написать песню про снежинку, помните, да, из фильма? Но потом думали, что не надо про снежинку, давайте про сосновый бор. И написали песню про сосновый бор. Она как раз будет в теме той песни, которую закончила наша шикарная жюри вместе со всеми руководителями. Давайте, Джош. In the town, сосновый бор. Lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Всем песни! We all live in the
submarine, yellow submarine. Еще раз, давайте попробуем, только чуть-чуть по-другому. И in сосновый бор, in сосновый бор, а? In сосновый бор, не слышно? We all live here in сосновый бор, а? In сосновый бор, in сосновый бор. Спасибо вам большое, спасибо большое, хорошего вечера, наслаждайтесь музыкой. Мы вас всех любим, честное слово. Ну ничего себе сюрпризик. После такого сюрприза... А, еще? Если руководители так поют, за фестивалем будущее. Я спросил тебя, зачем идете в горы вы, а ты к вершине не шла, а ты рвала с собой. Бед Эльбрус и самолета видно здорово, рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие за трещины, но не обиделся, а приговаривал: ух, какая ж ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня с наслаждением, альпинистка моя, гуттаперчивая. Какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолалалалазка моя. Каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя. За тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот лезу и скажу: довольно, милая. Взорвался вниз, но успел сказать: какая ж ты близкая. И ласковая, альпинистка моя, скалолалалалазка моя. Хорошо, что мы одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами. Джордж Ланса. Смотрите, какие сюрпризы. Наш корабль просто набирает ход со страшной силой. Давай, может быть, мы проверим боеготовность экипажа? Ну а почему? Давай, отлично. С кого начнем? Ну как с кого? С самого. Да ладно. Он прошел довольно рано все четыре океана. От пролива Магеллана до Падекале.
От Камберы до Сантьяго скажет нам любой бродяга, что такого капитана больше нету на земле. Александр Городницкий. Аккомпанирует Валерий Чечет. Раз уж у нас фестиваль автоматом начинает превращаться из областного мероприятия или отраслевого в международное и всемирное, я воспользуюсь случаем, чтобы представить вам для приветствия нашу одну из самых юных участниц из далекого города Парижа, Анну Конташ, которая была лауреатом фестиваля русской авторской песни. Давайте дадим ей возможность. Да. Тем более, что песня написана специально для нее. Добрый вечер. Сегодня я вам спою песню Александра Городницкого «День рождения». В мой день рождения в окошко я смотрю, сияет солнце за оконной рамой. Я подхожу к календарю, спасибо маме говорю, что в этот день она когда-то стала мамой. Я подхожу к календарю, спасибо маме говорю, что в этот день она когда-то стала мамой. Мой папа мне всегда ужасно мил, хотя порой бывает он упрямый. Когда бы он иначе жил и мою маму не любил, она тогда бы никогда не стала мамой. Когда бы он иначе жил и мою маму не любил, она тогда бы никогда не стала мамой. И я хочу признаться, не тая, из всех детей я буду лучше самой. Пока не знала вся семья, какой хороший буду я, тогда и мама бы моя не стала мамой. Пока не знала вся семья, какой хороший буду я, тогда и мама бы моя не стала мамой. Я перееду в новые дома, когда сама я стану взрослой дамой. И я весна или зима, дочке буду без ума, когда когда-нибудь сама я стану мамой. И я весна или зима, а дочке буду без ума, когда когда-нибудь сама я стану мамой. Спасибо. Итак, песня, призывающая нас петь вместе. Надеюсь на ее осуществление. Горит над перекатом яркий свет заката, и расставаться, видимо, пора. Споемте же, ребята, как пили мы когда-то, о дымного походного костра споем. Споемте же, ребята, как пили мы когда-то, о дымного походного костра. Споем, ребята, вместе, забудь дурные вести, и молодость на помощь призови. Споем, ребята, вместе о доблести и чести, о Шиллере, о славе, о любви. Споем, споем, ребята, вместе о доблести и чести, о Шиллере, о славе, о любви. Причалы и пивнухи, пирать серьгу и в ухе, из памяти не возвратятся вновь. Затворницы и шлюхи, девчонки и старухи, мы каждый благодарны за любовь. Споем, затворницы и шлюхи, девчонки и старухи, мы каждый благодарны за любовь. Споем, ребята, вместе про серый дым предместий, про с юности привычный неуют. Споем, ребята, вместе, поскольку эти песни обычно в одиночку не поют. Споем,
поем, ребята, вместе, поскольку эти песни обычно в одиночку не поет. Споем, ребята, вместе, и в Питере, и в Бресте мы пели эти песенки не раз. Споем, ребята, вместе, поскольку эти песни пока бы живы связывают нас. Споем, споем, ребята, вместе, поскольку эти песни пока вы живы, связывают нас. С праздником! Кто второй человек на корабле после капитана? Конечно, штурман. Ты знаешь, у нашего штурмана потрясающее чутье и музыкальное, и поэтическое. Хотя фамилия, как он сам шутит, невыразительная. Мол, для автора песня такая, фамилия не годится. Никто ее не запомнит. Нет, это он передергивает. Конечно, все знают его прекрасную его фамилию, и имя они говорят сами за себя. Однажды на Грушинском фестивале была такая история. Спел он свою знаменитую песню про облака. Спускается со сцены, подходит к нему 18-летний молодой парнишка и говорит: «Мужик, мы эту песню пели всем классом в школе. Ты, конечно, тоже ее клево спел, но мотивчик подбираешь». Не узнали. Ну, сейчас узнают. Вадим Егоров. Ну, я не знаю, мне кажется, что начало потрясающее, потрясающее. И, но оно не несколько такое, оно пафосное. Все-таки поем мы серьезные песни, замечательные, но серьезные. А я сейчас хочу вам спеть песню, зная, что очень многие из вас в то время, когда я ее написал, были в возрасте героя этой песни. Ну, давайте, я начну, сейчас попробую петь. Мне очень важно почувствовать, что кто-то из вас ее знает. А почувствовать только, если я вас услышу. Звук есть? Есть? Нам с сестренкой каюк, наша мама на юг улетела недавно. Нет, так не пойдет. Значит, или поем вместе, или я пою что-нибудь другое. Ну, вы готовы? Ну, это другое. Монолог сына или детская воздухоплавательная. Нам с сестренкой каюк, наша мама на юг улетела недавно. Это ж каждый поймет, жизнь без мамы не мёд, а с отцом и подавно. В доме трам-тарарам, папа нас по утрам кормит жёною кашей. Он в делах, как в дыму, и ему потому не до жалости наших. А пошалить хочется очень, мы ведь не так много и хочем. Каждый отец и даже отчим это поймет. Вот вчера, например, я такое имел, полетать захотелось. И была не была, два бумажных крыла мы приделали к телу. И пошли на балкон, пусть на нас и закон поглядят домочадцы. Как с балкона мы, ах, сиганем на крылах, чтоб по воздуху мчаться. Плыли внизу реки, поля, мы у всех бы попадали шляпы. Вот красота, только бы папа не увидал. Я уже улетал, но отец увидал, представляете, жалость. Он расширил глаза и схватил меня за то, что ближе лежал. Папа страшен оскал, я от пап скакал, как лошадка в галопе. И как будто коня пап шляпал меня под горцующий попе. У всех отцов богатый опыт по мастерству шлепанье попы, вот подрасту и буду шлепать папу я сам. Мы отца не виним, мы помиримся с ним и забудем о ссорах. Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо, называется порох. Мне бы достать порошка, пол посыпать слегка, кинуть спичечку на пол.
как взлететь я хотел. Что ж, коли сам не взлетел, так взлечу вместе с папа. Спасибо вам большое. Дим, что у нас там по плану? Кто следующий? Ну, кто следующий? Вахтенная, конечно. Да ладно, почему я-то? Ну, потому что ты на посту. Так, все? Это самое главное? Это самое главное. Не, ну, конечно, у тебя много причин на этой сцене петь песни. Твой папа написал замечательные строчки. «Не дарите мне берег, подарите мне море». Его строчка дала название нашему кораблю и девиз нашему фестивалю. Слушай, а ты помнишь эту замечательную историю, когда когда-то ты выводил вместе с Дмитрием Семеновичем Берковским на сцену моего 8-летнего тогда сына Юрия и, значит, на сцену России. И Юра пел очень трогательно эту песню. Ему было 8 лет. Маленький, светлый мальчик, худенький. Я когда-то состарюсь, память временем смоет, если будут подарки мне к тому рубежу. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Да, это было очень трогательно, замечательно. Юра после концерта спросил у меня: мама, сколько зрителей в в зале России? Я говорю, 2500. Он что-то записал, пошел гулять. Дальше вышла статья, где пафос был такой: если мы не допели, отцы допоют. Вот Юра, значит, продолжатель, там с фотографией ребенка. Он выходит и говорит: а сколько тираж у «Комсомольской правды»? Я говорю: ой, слушай, миллионы. Юра постоял, помолчал, потом говорит: мам, ну скажи, я теперь такой же популярный, как Майкл Джексон. Юра приедет обязательно на этот фестиваль в следующие разы. А музыкальную вахту занимает Варвара. Татьяна Висбор. У нас династия. А я пост временно сдаю международному аккомпаниатору. Я хочу вам сказать, что маленький анекдот для представления Валеры. К директору цирка приходит человек и говорит: знаете, у меня потрясающий номер. Крокодил играет на гитаре, крокодил играет на рояле, а обезьянка поет песню. Он говорит: ну покажите. Действительно, выходит крокодил, садится за рояль, играет, обезьянка поет. Потрясающе. Он говорит: слушайте, директор цирка говорит, слушайте, как вам это удалось? Все-таки какой-то есть ведь секрет, расскажите. Он говорит: все-таки вот не зря вы директор цирка, какой вы проницательный человек. На самом деле это крокодил и играет, и поет, а обезьянка только рот открывает. Вот обезьянка — это я. И еще один случай с фестиваля в Рыбинске. Ко мне подошла женщина и сказала: вы знаете, 20 лет тому назад, высоко в горах, один иностранец был в меня влюблен и попросил меня что-то спеть. И я ему спела эту песню. И он тогда сказал, встал на колени, сделал мне предложение и сказал: теперь я точно знаю, какие песни поют ангелы. Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой ни за какой рекой. Нет за туманами, дальними странами, в сумерках города. Зашла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети, только свети, свети. Ты у меня одна.
Молодцы. Вы знаете, спасибо вам большое. Еще маленькая история. Когда-то один очень известный, как благодарность вам, один очень известный автор-исполнитель вышел на сцену, спел первую песню, первую строчку песни Булата Акуджава, очень известную, потом сделал ручки в зал вот так, и зал ему спел. Припев, куплет, припев, куплет. Расстались, бесовка, просто замечательно. Он выходит со сцены, я ему говорю: слушай, какой ты молодец, как ты с залом работаешь? Он говорит: я не с залом работаю, я слова забыл. Так что спасибо вам большое за поддержку. Валерий Чечет остается здесь. Ну, конечно, наш корабль пойдет под парусами, но это не значит, что у него нет сложных механизмов и приборов. А кто отвечает за их бесперебойную работу? Правильно, старший механик. Так, старший механик. Так. Ну вот у нашего стармеха действительно золотые руки. Да, и все, что он делает ловко и практически с акробатической ловкостью. А как рисует, а как на гитаре играет. А какие песни пишет? Когда собираемся мы в кубрике, всем экипажам обязательно кто-нибудь попросит. Дядя Валя, спой, а? Дядя Валя, спой, а? Он просил сказать: дедушка Валя, спой. А пока он выходит на сцену, я хочу сказать, что этот замечательный, спортивный, худой человек, когда-то вы будете смеяться и мне не поверите, нес меня на своих плечах. Валентин Вихарев. Мне было 6 лет, и это был фестиваль в Лемболово. Мы туда приехали с мамой. Валя. Вот как хотят, так и издеваются над старым человеком. А песня, написанная в далекие 60-е прошлого века. Я написал ее по случаю того, что не давали путевку в альплагерь. Обиделся и написал такую песню. А вот с годами, сейчас уже вот в этом году 84, она для меня все важней и значимей. Она называется «Мокрый клен за окном». Мокрый клен за окном, дробь дождя на стекле. А вы зачем облом песню дарите мне? Кто сказал, что я сдал, что мне рук не поднять, что я с песней порвал, что рюкзак не собрать? Кто сказал, что я сдал, что мне рук, что я с песней порвал, что рюкзак не собрать? Уложу в рюкзаке, что хранил и сберег, что подарено мне от озер и дорог. Небо синего синь, сквозь слепящий облак, с руки мне отодвинь, я свое не сказал. Мокрый клен за окном, дробь дождя на стекле. Вы зачем облом песню дарите мне? Шестидесятые годы прошлого века. Спасибо. На каждом корабле должен быть судовой врач, обязательно. Ну, точнее, не врач не он, а она. Она родилась в самом западном порту нашей страны, в Калининграде. Работала и в реанимации, и в хосписе. И, между прочим, был в ее жизни период, когда она служила на флоте старшим матросом. Да. Без всяких шуток. Войдя в состав нашей экспедиции, она в качестве председателя регионального жюри объездила все 20 городов, которые участвовали в отборочном туре. На нашем борту она мгновенно излечит хандру и скуку своими песнями и своей заразительной улыбкой. Встречайте, Наталья Кучер!
Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, гостеприимство всех городов, в которых мы побывали, с Натальей Шурочковой. От нее тоже вам благодарность и поклон. И знаете, я хочу сказать, что все жюри в восторге от того, какие вы интеллигентные, талантливые и добрые. Спасибо вам, что вы приехали, спасибо тем, кто пришел сегодня сюда слушать. И так как наш фестиваль стал уже международным, и был здесь на этой сцене Джош Ланса, я хочу для вас спеть песню сначала на японском. Если японцы есть, выйдите из зала, вы ничего не поймете. А вдруг? Канашими ва дзенбу васуре йо никуми ау но ватаку са фую но айда кокоро фусай да окита токи канашими да на йо мидори ва мата коиши гери иран молока цифуки тобасу харугаки теки мини Omowadzu ni muchu Kimokuru i kuru i soda Matakoi ni ochi yo, ochi yo Nani mo sore na yo Kowai mono ga na yo На йо даже русским понятно. Давай забудем все свои печали Долой обиды Видишь солнце свет На зиму черти Под тоску качали, но мы проснулись, а печали нет. В ответ прорастет опять зеленая трава, ветер унесет ненужные слова. Снова глупой весною закружится голова. Со своей сумасшедшей головой буду я еще влюбляться, боже мой. Троп таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Со своей неразумной головой буду я еще влюбляться, боже мой. Друг таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Поверь мне, милый, я твоя потеря. Живи и помни, впрочем, Бог с тобой. Как жаль, что раньше ты в меня не верил, и я исчезла. Раннею весной за мной прорастет опять зеленая трава, ветер унесет ненужные слова, снова глупая весною закружится голова. Со своей сумасшедшей головой буду я еще влюбляться, боже мой, троп таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Со своей неразумной головой буду я еще влюбляться, боже мой, троп таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Весна ступает по земле проворно и жутко портит мне характер мой. Куда девалась вся моя покорность? Еще поспорим мы с моей судьбой. За мной прорастет опять зеленая трава, ветер унесет ненужные слова, снова глупая весною закружится голова. Со своей сумасшедшей головой буду я еще влюбляться, боже мой, вдруг таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Со своей неразумной головой буду я еще влюбляться, боже мой, вдруг таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Я таких дров наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Дров таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Ой-ой. Спасибо. Наталья Кучер. Ой-ой-ой, мы, знаешь, практически чуть не забыли про наше машинное отделение, про наших мотористов. Ну, как ты про них забудешь, что ты? Забыть про них невозможно. Они такой действительно пламенный мотор их песни. Они душа любой кают-компании. И во всем нашем жанре. Это душа нашего жанра, я бы даже сказал. Кстати, они тоже родились и выросли на берегах Балтийского моря, в портовом городе Рига. А сейчас они появятся на этой палубе, наши братья-мотористы Вадим Мищук и Валерий Мищук. С
Спасибо, Дима. Я сегодня думал, что я в нашей компании гальюном заведую. Вообще-то я родился в городе Бресте. Ну, так получается. Но большую жизнь прожил действительно в Риге. Можно гитару чуть потише позвучить? Чуть потише позвучить. Эта гитара чуть потише позвучить. Вот это вот. Она да. Громко очень позвучка. А мою погромче. Мою погромче, наоборот. А эту погромче, да. Друзья, следующая песня. О, спасибо. Она могла сочинена и о Сосновом Боре, и о Санкт-Петербурге. Тут главное, что подошла рифма. Вы сейчас все поймете. Вообще песня, наверное, о нас с Валерой. О наших друзьях, товарищах. Наверное, а может и о вас. Были мы молодые, резвые, и худые, и в меру трезвые, и с гитарами колесили по окраинам всей России. Кому нравилось, подпевали, да венца в стакан подливали, и гитару пустив по кругу, выпивали мы друг за друга. Значит, в Липецке, значит, в Липецке будет выпить с кем, будет выпить с кем. Запаслись пивком, да орехами, ну поехали, как окрухнул железный занавес, мы дышать обучались заново и глотали ветра на станциях, то в Италиях, то во Франциях, и объездили пол Германии с неразменным рублем в кармане и обучали их пить стаканами. Жаль, что водка у них поганая. А вот в Липецке, а вот в Липецке будет выпить с кем, будет выпить с кем. Запаслись пивком, да орехами, ну поехали. А какими мы были наивными, брали в долг фальшивыми гривнами, но долги возвращали первыми трудовыми кровными еврами. Не у каждой красотки стервочки наши фотки висят на стеночке. И не стройте мне глазки, девушка, да я дедушка. А я не дедушка. Помню, как на острове Беринга алиурны махали с берега от Никольского до Америки. Час моторкой вы не поверите, но не вышли мы, видно, формами. Не пускают нас в Калифорнию, значит, мы и не будем рыпаться. Два плацкартных возьмем. Правильно, до Липецка. Там ведь в Липецке, там ведь в Липецке будет выпить с кем, будет выпить с кем. Опустил мешок наш с орехами. Что, приехали? А ну, приехали. Что, приехали? Ну, во всяком случае, спасибо нам и вам, что мы на этом великолепном фестивале. Ура! Какой у нас спасибо. Мотор? Мотор какой ритмичный. Шкипер. Шкипер на судне человек незаменимый. Он ведь отвечает за все палубное имущество. Такой человек должен быть кристально честным, точным и внимательным к деталям. И такой человек у нас есть. Дима, ты знаешь, какая самая приятная команда на флоте? Нет. Команде руки есть обедать. Это я не случайно сказала. Когда-то в прошлом году мой 4-летний тогда внук Авдей, смотря мультфильм «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»,
значит, в самом трагическом месте, когда ведьма угощает царевну, значит, яблочком, она откусывает, падает замертво, потом прибегает пес, верный полкан, хватает это яблоко, рушится вместе с царевной. В общем, полное это. И Авдей лежит на кровати и так говорит: «Не помыли». А я это говорю не случайно. На сцену я приглашаю бабушку моего внука Наталью Дудкину. Ну, раз мы говорим о преемственности, во-первых, я хотела сказать, что замечательно в этом году, что много молодых людей, это значит, фестиваль живет, растет, и нам, уже взрослым, есть что передать нашим детям и внукам. Песенка называется «Пускать пятаки на Маяковской», и написала я ее для своей дочери. Свернется улица Садовая, зажмется в кулачок, шумит Москва твоя бедовая, моя молчок. На Маяковской, как и водится, отбойников грозой гремит асфальтовое воинство, шуршит кирзой. На этой станции легка еще учила дочь игре. Летит пятак дугой сверкающий, лови скорей. Рукой в липучих пятнах тополя, в холодной арке рельс, вложи свою монетку теплую и в рельс. Путем предсказанным, просчитанным, легко-легко звеня, тебя ничем не огорчит, она найдет меня. Не с жалостью, а с детской шалостью, глазастый молодой сверчок, поймай в ладонь свою, пожалуйста, тот пятачок. Свернется улица Садовая, зажмется в кулачок, шумит Москва твоя бедовая, моя молчок. Шумит Москва твоя бедовая, моя молчок. Летит, летит в ладошку детскую мой пятачок. Наталья Дудкина. Так, кто следующий? Конечно, сигнальщик. Именно он наблюдает за обстановкой по всему песенно-поэтическому горизонту и замечает все, даже самые незначительные изменения. Впрочем, ему, профессиональному литератору, это несложно. Наш сигнальщик – прекрасный поэт и автор песен. Я с удовольствием приглашаю его на сцену. Алексей Витаков! Ну, я хочу, во-первых, поблагодарить конкурсантов, потому что мы сегодня с Наташей в поэтической мастерской просто временами испытали настоящий катарсис. Вот спасибо вам огромное за ваш уровень и за ваш талант.
Один мой друг, поэт, как ты сказал, вообще поэты все они такие высокодуховные, потому что после третьей они начинают говорить, что женщины – это святое, а после пятой начинают ходить и искать святые места. Все было, я помню, шел дождь торопливо, а Антоновкой пахли сады, и губы твои были запахом сливы и с привкусом скорой беды. И ветер, я помню, как старенький дворник гнал дождь веткой яблони прочь. Была только ночь с воскресенья на вторник, была только ночь. Наша ночь, была только ночь, наша ночь. Ночь. И нашими были и август, и воздух, зарницы и звездная соль, но в алом разрыве рябиновых гроздьев маячили страхи и боль. Был месяц любому безумству потворник, сумевший судьбу превозмочь. Была только ночь с воскресенья на вторник, была только ночь, наша ночь, была только ночь, наша. Ночь, ночь. Голодное сердце открыто для страсти, но вот мы очнулись и вдруг себя ощутили гораздо несчастней опавшей листвы на ветру. Шуршал под окном похмелившийся дворник, улики той ночи кляня. Все те, кто нас ждал с воскресенья на вторник, простят и тебя, и меня. Простят и тебя, и меня. Спасибо. Алексей Витаков. Дим, ты знаешь, очень важное место на корабле – это радиорубка. Даже, можно сказать, судьбоносное. Вот с нашим капитаном, например, произошел однажды такой случай. Я его про себя называю «друг спас друга». Во время плавания на научно-исследовательском судне Александра Городницкого срочно вызвали в радиорубку. «Иди скорее, тебя по BBC передает». В те времена за такое можно было, ну, если не сесть, ну, не сесть, конечно, но вылететь с работы уж точно. Войдя в радиорубку, похолодевший Александр Моисеевич увидел, что там уже сидит капитан, первый помощник и еще один член экспедиции в штатском, которого все про себя называли Вася Лохматое Ухо. Из динамика несся голос Городницкого, пел песню «Чистые пруды». И все присутствующие, как вспоминал позже Городницкий, смотрели на него, как на дорогого покойника. Наконец песня закончилась, и диктор произнес: «Вы слушали передачу из цикла «Русский магнитофон издат» поэты-певцы, угнетаемые советским правительством». Городницкий понял, что по всей... продолжил диктор, песня Юрия Висбора в исполнении автора. «Ну что, слышали?» — сказал Городницкий. Встал и ушел. Это великолепная морская байка.
Но наш радист такого делать никогда не стал. Он вообще очень дружен с нашим капитаном и даже иногда, как вы видели, аккомпанирует ему на концертах. Кстати, он, как и Городницкий, уроженец морского города Санкт-Петербурга. И, между прочим, с радиостанциями он тоже на «ты» во всех отношениях. Может и передачи вести, и петь, и на гитаре играть. Просим любить и жаловать в очередной раз. Валерия Чечета. Я зеленый, поинтереснее будет. Да, после этой байки остается только посвятить вот эту песню Александру Моисеевичу. Да, песни на стихи Николая Рубцова. Не подберу сейчас такого слова, чтоб стало ясным все в один момент, чтоб рассказать про Кольку Белякова и Колькин музыкальный инструмент, чтоб рассказать про Кольку Белякова и Колькин музыкальный инструмент. Сурова жизнь, больные ее удары, но я люблю, когда взгрустнется вдруг, подолгу слушать музыку гитары, в которой близок сердцу каждый звук. Подолгу слушать музыку гитары, в которой близок сердцу каждый звук. Когда-то я мечтал под темным дубом, что невеселым мыслям есть конец, что я не буду с девушками грубым и пьянствовать не стану, как отец. Мечты, мечты, а в жизни все иначе, нельзя никак прожить без кабаков. И если я спрошу, что это значит, мне даст ответ лишь Колька Беляков. И если я спрошу, что это значит, мне даст ответ лишь Колька Беляков. И пусть сейчас не подберу я слова, но я найду его в другой момент. Кольку Белякова и Колькин музыкальный инструмент, чтоб рассказать про Кольку Белякова и Колькин музыкальный инструмент. Спасибо. Валерий Чечет. Следующий член экипажа приходится земляком, а точнее землячкой, некоторым участникам нашей фестивальной экспедиции. Кто здесь из Сарова? Руки поднимите. Саров есть? Наш гидроакустик долгое время прожила в этом городе, так что вы должны ее встретить как родную. Все равно должны. У нее действительно очень четкий слух, и причем слышит она душой. Наверное, поэтому старые известные песни в ее исполнении как будто бы обретают второе дыхание. Наш гидроакустик, замечательная исполнительница, Веста Солянина. Для меня на этой земле сошлось два счастья, два моих любимых мира. Это мир атомщиков, среди которых я стала, кем я стала. Это потрясающая земля города Ленинграда, в котором я стала, кем я стала, потому что я закончила институт в Ленинграде, здесь живут мои бабушка, брат, здесь лежат мои прабабушка, прадедушка. И вот так получилось, что эта идея осчастливливает сейчас всех нас. Давайте споем песню «Болото Акуджавы». Я думаю, что здесь мы было бы не менее уютно, чем всем нам. Нету гитары на мониторах. После дождичка небеса просторнее, голубей вода зеленее медь. В городском саду флейты да валторны,
городском саду флейты двуторны, капельмейстеру хочется взлететь. Ах, как помнится прежние оркестры, не военные, а из мирных лет расплескался в улочках окрестных та мелодия, а поющих нет. Расплескался в улочках окрестных та мелодия, а поющих нет. С нами женщины, все они красивы, и черемуха вся она в цвету. Может, жребий нам выпадет счастливый, снова встретимся в городском саду. Но из прошлого, из былой печали, как они седую, как там не болю, проливается черными ручьями. Жить. Веста Солянина. Спасибо. Еще один человек, без которого мы никак не могли бы отправиться в плавание, это боцман. Боцман на корабле отвечает за порядок и дисциплину, за то, чтобы все происходило вовремя, по плану и именно так, как нужно. Упал, отжался. У нас с этим проблем нет, потому что наш боцман человек военный. И о том, как, что такое порядок и дисциплина, он знает не понаслышке. Встречайте боцман нашего фестивального корабля, автор-исполнитель, настоящий полковник Михаил Калинкин. Спасибо. Дорогие друзья, ну видите, я в форме, я хочу, пользуясь случаем, приветствовать замечательную вашу организацию «Росатом», которая 70 лет, аплодисменты, 70 лет победы, аплодисменты нарастают. А еще в этом году исполнится 85 лет воздушно-десантным войскам Российской Федерации. Никто, кроме нас. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить вас от имени легендарных воинов, у которых есть один девиз. Никто, кроме нас. И от героя Советского Союза, генерал-полковника Валерия Александровича Востротина. Дорогие друзья, низкий вам поклон, большое вам спасибо. Главное достояние России – это, конечно, вы. Ясно нынче и левым, и правым, ясно всем и у них, и у нас. Нашей Родины главная слава – не размеры, не нефть и не газ. Нашу жизнь осеняет крылато на земле, в небесах, на воде. Это гордость России, Росатом! Где гармония музык и дел? Это фестиваль «За Россию, десант и спецназ». Дорогие друзья, у нас принято друзей поздравлять песнями. Мы написали для вас песню, простите за смелость. Премьера песни, посвященная вам, людям, в руках которого завтрашний день великой страны России. Ученым, моряком, солдатом, хозяином всех-всех морей,
Госкорпорация Росатом, ты гордость родины моей. Ты это чудо сотворила сквозь все лихие декабри. Как эту бешеную силу на благо людям усмирить? Ты главной силой в главном деле согреешь, сможешь, отразишь. Ты нас ведешь через метели холодных войн, морозных зим. И будет жизнь полной чашей, спокойны будем мы пока. Есть у страны России нашей Вертыща и РБМК. Есть в русской истории светлые эти страницы. Хлопаем себе, товарищи. Их невозможно вырвать, их невозможно забыть. Выше любой аллегории должен ты ими гордиться. Это, мой друг, не теория, это строки твоей судьбы. В суровом современном мире не любят слабого жалеть. Быть или не быть без всяких лирик решает пуль летящий хмель. Партнеры из команды НАТО пусть держат мысль в голове. У нас в России есть Росатом, на все вопросы их ответ. Партнеры из команды НАТО пусть держат мысль в голове. Есть ВДВ и есть Росатом, на все вопросы их ответ. Я не вижу ваших рук. Есть в русской истории светлые эти страницы. Их невозможно вырвать, их невозможно забыть. Выше любой аллегории должен ты ими гордиться. Это, мой друг, не теория, строки твоей и моей судьбы. Строки твоей и моей судьбы. Строки твоей и нашей судьбы. С праздником, дорогие друзья, от Союза десантников России. Спасибо. Михаил Калинкин. Настоящий. Спасибо. Полковник. А сейчас на палубу выйдет наш лоцман. Он родился в Баку, большом портовом городе. Поэтому море у него в крови, как, впрочем, и песня. Но никто лучше его не разбирается в прихотливых течениях песенной культуры, в глубинах философии, поэзии, лингвистики. Так что нам, чтобы не сесть на мель, такой человек абсолютно необходим. Он пишет статьи, сочиняет песни, выступает с концертами и читает лекции. В общем, успевает везде. Наш лоцман-песневед Александр Мирзоян. Тут было сказано про лекцию. Сейчас она прозвучит. Я не слышу энтузиазма вообще. Понимаете, сказал, долой вообще всех, давай лекцию. Все завтра на лекцию в 16:00. У меня очень хорошая память, я вас всех запомнил. Кто не это самое, в понедельник с родителями. Так, что такое? Вот, спасибо. Братцы, поскольку я из одной с вами организации, я не знаю, кому вы сейчас подчиняетесь. Я знаю, кому вы подчиняетесь. Но в мое время я подчинялся Средмашу, Институт теоретической экспериментальной физики. И когда в 92-м году я пришел, через 2 года после того, как я оттуда ушел на очередной семинар, я вдруг увидел, что института практически, вы понимаете, да? И я написал наш ответ Чемберлену. Это 92-й год, и я не знал, что эти слова кажутся пророческими. Там есть как бы такие, как это сейчас говорят, стебные моменты, но вы это все поймете. От танкистов ответ десантникам. Так же. Когда над Родиной светила звезда высокая Кремля, какая в нас бродила сила,
какая плавилась броня, горели звезды на Майдане, гулял на праздники народ, и Петя шпарил на баяне, и пел про танковый завод. Трудились мы, не за медали, и не за них ходили в бой, на нас смотрел товарищ Сталин и улыбался, как живой. Пробили пули наше знамя, но встал под знаменем народ, и Петя шпарил на баяне и пел про танковый завод. Играют лентами матросы, давно окончилась война, какие выросли березы, как широка была страна, и все четыре океана за нами двигались в поход, и Петя шпарил на баяне и пел про танковый завод. Но злые ветры засвистали и сбили с верного пути. Ты нас прости, товарищ Сталин, мы не смогли тебя спасти. И долго плавал на стакане, не видя берега народ, но Петя шпарил на баяне и пел про танковый завод. Опять в стране моей разруха, опять над родиною дым, и налетела ляха-муха и разнесла кого куды. Чужие звездочки не греют былых ударников труда, но даже здесь свою Россию мы не забудем никогда. Садится солнце за Майами, но помнит родину народ, и Петя шпаря на баяне поет, как танковый завод. Но верим, родина воспрянет и всех обратно соберет, что Петя шпарил на баяне и пел не сдавшийся завод. Александр Мирзоян, а вы знаете, что 4 дня назад у него был юбилей? Он ровесник Великой Победы. И мы его еще раз тепло поздравляем, желаем ему новых песен, новых философских открытий и морского здоровья. В нашем экипаже должна быть и добрая мама. Нам повезло, наш старпом как родная для всех членов нашей команды. Нежность, мудрость, доброта – все это есть в ней самой и в ее песнях. И к морю она, кстати, имеет самое непосредственное отношение, ведь ее голос звучал и на атомном крейсере, и на подводных лодках, и на плавбазах в Охотском море и Тихом океане. Встречайте, старший помощник капитана Наталья Приезжева. Итак, поем о любви. Так вот, об этом вся поэзия гениального Владимира Маяковского, который, даже говоря о военно-морском флоте, и так назвал свое стихотворение «Военно-морская любовь». Играя носится, змеиноносцем миноносится, льнет, как будто к меду осочка, к миноносцу миноносочка, и конца не довелось ему, благодушие минонос ему, вдруг прожектор, вздев на нос очки, впился в спину миноносочки. Как взревет медноголосина, раз такая миноносина.
прямо ли влево, ли вправо ли бросится, прямо ли влево, ли вправо ли бросится, а спешала миноносица. Но ударить удалось ему по ребру, по миноносиму. Плач и вой морями носится, а вдовела миноносица. И чего это не сносен нам мир в семействе миноносие нам? Пай-ра-рам, пара-ра-рай-ра-рам, пай-ра-рам. Парам, пам, парам, 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 пам, парам, пам, 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 пай, рарам, пам, парам, пам, пай, рам, пай, рарам, пам, парам. С праздником, дорогие. Наталья Приезжева, товарищ Вахтенный, в чем дело? Вы где? Я тут. Слушайте, ну, вообще-то нам скоро вахту сдавать, а вы еще как бы себя и не проявили. Ой, с удовольствием сдам. Как не проявил, я тут скачу туда-сюда, ручку вам подаю. Понятно, я стану скоро балетной звездой с вашей помощью. Значит, ну что, петь-то будешь? Или за тебя Пушкин споет? Наш незаменимый Вахтенный, непревзойденный исполнитель песен нашего жанра. Между прочим, когда мама рожала Диму, в Москве проходил первый фестиваль движения КСП. Так что теперь его по праву считают талисманом этого движения. Дмитрий Богданов. Спасибо. Я хочу обратиться к тем, кто завтра будет участвовать в конкурсе в последнем туре. Ну и к тем, кто не прошел. Ребята, участие – это главное. Главное себя выразить. А победа – это ничто. Поэтому кто-то будет завтра огорчен, кто-то, наоборот, взойдет на пьедестал. Но вы думайте о себе, а не о этих победах, о вашем самоутверждении. Мы когда-то с Виктором Берковским вот именно в таком настроении обратились ко всем участникам всех разных конкурсов с песней, которую Виктор Берковский написал на стихи Давида Самойлова. Так, пока тут гитару без меня дергали, она расстроилась. Спасибо, все, можно добавить. Песенка называется «Шуберт, Франц». Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет. Запоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает. Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет. Запоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает. Не кричит о нем газета, не молчит о нем печать. Жалко Шуберту, что это может тоже огорчать. Знает Франц, что он кургузый и развязности лишен, и, наверное, рядом с музой он немножечко смешон. Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет. Запоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает. Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет. Запоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает. Жаль, что дорог каждый таллер, жаль, что в доме не уют. Впрочем, это все детали, жаль, что песен не поют. Но к печали неуместной и тоска не для него. Был бы голос, ну а песни запоются ничего. Парам-парам-парам-парам.
Спасибо, друзья. Ну, по-моему, наш экипаж готов к отплытию. Да, мне тоже так кажется. Будущее покажет. Фестиваль начался. Пора приниматься за дело. Полный вперед! Свистать всех наверх! Мы вышли в открытое фестивальное море. Волны музыки и поэзии бьют в наши борта. Впрочем, наше плавание будет недолгим. Завтра наш корабль вернется к родным берегам. Вернется с грузом новых песен и стихов, с именами новых дипломантов и лауреатов второго фестиваля «Уран-235». Завтра мы снова бросим якорь на этом же самом месте, ровно в 19:30. И желаем всем участникам заключительного третьего тура конкурса ни пуха, ни пера. Наш экипаж не прощается с вами. Мы говорим вам до свидания, дорогие. Вот как будто бы сначала начинается судьба у бетонного причала, у последнего столба. Здесь вдали остались путь, здесь земля уже близка, здесь косынку голубую я причурившись искал. И забудутся едва ли эти несколько минут. Здесь меня когда-то ждали, а теперь уже не ждут. Белой пеной мягкой лапы бьются волны, а моя, я схожу себе по трапу, я схожу себе по трапу. Независимый моряк, но все время призывают отдаленные моря. Всех куда-то уплывают, выбирают якоря. Так и мы от чьих-то судеб, как от пирса отошли, так от нас уходят люди, словно в море корабли. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пера. Пусть вам встретятся другие, лишь попутные ветра. Море синее сверкает, чайки белые снуют, ни на что не намекают. Что ты? Ни на что не намекают, просто песенку пою. Что не намекаю, что ты ни на что не намекаю, просто песенку пою, просто песенку пою, просто песенку пою. Спасибо, друзья. До встречи. До встречи завтра. Режиссер-постановщик Виктория Корнякова. Спасибо ей огромное. Михаил Грошин.